Не, ну это же предположительно, чего ты сразу отсекаешь? А я ничего не отсекаю. Ты знаешь, не все рассчитывали на то, что сделают эту корвету. Нет, так я ничего не отсекаю. Ты знаешь, многие... Чего ты взял? Многие идут. Это... Ай, перестань! Я тебе говорю, даже я этот Рейган, он же тоже был актерышкой. Да кого Шварценеггерка? Ну, сейчас видишь, кто? Он не верил. Я говорю, что в свете последних всяких событий у мира. Нет, так можно? Можно рассчитывать. Я бы, конечно... Я тебе хочу сказать, а после Геннега Буша и после еще одного... А Буш плохо кончит. Я знаю, он уже давно... У него были проблемы с этим? Я увидишь, даже... Пошел молодость. Ну... У него были с этим проблемы, и она ему сказала. Я говорю, что после Буша можно любой теперь рассчитывать. Ну да. Чем... Это сейчас эксцентрично. Знаете, что сейчас стало модным быть эксцентричным? Мы вообще про публичных людей говорим, а вообще мы мечтали. Мы только не подумайте, мы никуда пока не мечем. Что. Мы так. Нечего волноваться. Мы обсуждаем. Нечего волноваться этим, как они у них называются, черным политологом. Политологом, вот, да. Этим. А то сейчас начнут. Нечего, да. Технологи. Технологи. Не надо разных технологий. Пока не волнуйтесь. Мы что, не собираемся никуда баллотироваться. Да. Мы все понимаем. Ну, что пока... Что наша рыльца пока шел пушку. Отгребем, если полезем, да. Да. Мы пока не торопимся. Но мы геополитически. Вот, допустим, если бы мы в Монголии жили. Вот там кто... Или на острове, вот, допустим. Вот мы сим, как двуглавый орел. Были бы президентом. Президент. Одны. Потому что две не, головы... Не, люди надо на острове. Нет, так... А кем руководить? Без... Так не, люди... А, ну да, люди допустим. Все. У нас бы был там такой... Это. Выиграть, знаешь, как бы надо было? Две головы лучше. Ну, у нас был президентский лозунг. Одна хороша, две лучше. Главное не самому победить, главное это под того копать. Под как? Да. Мы под того, кто там до этого был, мы под его подкоп сделали. Как бы он упал с раскладушкой. Тогда бы насыпали каких-нибудь компроматов, налили, чтобы он у них упал, и все. И прилип. Прилип. А сами бы сделали себе пиар. Голуби сфотографировались, допустим. Голыми и с голубями. И с голубями, да. Это может, мне кажется, что это должно на подсознание действовать. На подкорку, да. И 25-м кадром какие-нибудь это больше что запускали. Ну только их аккуратно. Ухмылочки. Только да. Держать аккуратно надо, как у них было подобие улыбки. Да. У голубев. Вот. Ну и кое-где сейчас фотошоп есть, кое-что увеличить, а кое-что уменьшить. Да, для женской части одно вот. Увеличить. Вот стали бы президентом. Первым делом надо знать, что было бы делать. Ввести, знаешь что? Чего? Не закон. А что? Надо было бы чем на неделю снотворное ввести. Зачем? Чтобы поглядеть. Потому что мы понимаем... Поворовали. Потому что туда ломится, а как дают тебе, сразу и, в общем-то, еще и не знаешь, что делать. Надо неделю передыхать, как дали, пускай спят. Во-первых, надо поглядеть, посмотреть, кто с кем спит. Да, это раз. Фотографировать. Как потом, у тебя кто были... на каком рабочем месте уснул. Да, как было на досье у тебя. Ну. Чтобы свою территорию, чтобы люди не мешали. Да, хочешь там отпечатка набрал. Потому что набрал, я хочу сказать, все президенты очень хорошие, только люди мешают работать, если честно. Вот своими этими всякими... Советами. Советами, да. И желаниями. Надо сразу... Пускай спят пока. Да, спасибо. А там погляди, можно кому уколы и продлить. Так же с примером. Позиции, допустим, какой-нибудь. Ну. Потому что... Нет, я хочу, пускай будет демократия, пускай будет позиция другая. Одна позиция за тебя, одна за меня. Давай. Ну, а позиция или позиция? А мы меняться. А потом можно... Мы меняться. Сегодня ты плачешь, то я ты, а потом... А что тут плачить? Они должны... Да, дурачки они так. Задачи. Ага. Мы им задачи. Дачи, да, надо. Мы им дадим дачу и поставим задачу. Да. Одной на этом острове, да. Что еще надо, чтобы было быть хорошо? Чтобы надо сразу цену на пиво сбавить. Вообще это сделать как за вредность давать. Ну. А водку продавать в аптеке, как биологическая добавка. Да. С пипеткой. Да. С детских лет. Так, чтобы потихоньку вот как это, к яду готовиться. Да. Чтобы что? Так, сказать... Чтобы четки не выпендривались. Надо кабачковую икру, чтобы продавали в ларках прямо и бочки стояли. Как газировочный автомат. Как газировочный автомат, чтобы... Кинул это... рычаг, дернул, потому что кабачки, они легко увариваются и быстро свояемые, и быстро выходящие. Потом вместо вот этих игральных автоматов, где медведиков достаешь, чтобы колбасы мог доставать. Ну, такие, и да. И сало, да.
Потом что еще легально? Засадить еще луком, морковкой, как мне этой календула росла какая-то, а может что? Да, вот закусочка. У городской черте, да. Чтобы вместо на клумбах, чем разводить всякие герани и нарциссы, да. Надо пускай картошка. Зелень, лучок, там все. Угу. Так, что и что? Что и что раздражает? Метро закрыть надо? Да. Ну, раздражает. Кому что и что закрыть надо? Компьютерные сети закрыть? Не, открыть, наоборот. Или открыть. Пускай дети играют. Да. Они же их засасывают туда. Ну да, кто хочет быть засасывать. Кого засасывают, пусть засасывают до конца. Надо, кто набивший полный интернет, просто двери забить и забыть. Да. И хай они там. Пускай они там. Это будущее страны. Да. Хай они там, да, варятся у котле. Да, кто выживет, то вот будет. Будет такие силиконовые не долины, а такие силиконовые вспышки. То тут, то там. Ну, трубуем, то есть, и поем, то есть, ММДМС какой-нибудь, скидывайте сникерс, им все равно... И Бёрн этот, как его, капы... А, да. Капы, как... Нергоджайзеров. Нергоджайзеров, да. Туда скидывайте. Так, это мы разобрались, проституцию легализовали. В армию надо, эти, почту, почтальонами сделать, кто на скейтах ездит. Да, и на роликах. А в армию в роликах, да, кто на роликах. Да. Мобильная будет армия тогда. Да. Все мобильники раздать. Да, она же более экстремалы, чем, и, то в атаку, что с атаки. Ну, чтоб еще путного придумать. А, ну путан надо. Нет, так это путан бесплатно надо. Бесплатно. Не, это тем, кто платит. Это в профилакториях для рабочих. Профилакториях, да. Для рабочих там надо. После смены поехал. Потому что вот это сексуальное напряжение, оно сказывается. Сказывается, да. И во многих странах из-за этого бунт. Да. Бунт. Это, в Германии не нету, видишь, какие машины родят. Выброса не хватает. Ну. Генофонд надо поднимать. Поэтому хай, вот хочешь. Хочешь? Во-первых, мне кажется, путаница в именах, поэтому всех нужно звать Гены. Гены, да. Чтобы был фонд Гены. Все будут Гены ходить. Ну, женщины Светы, а мужчины Гены. Гены, да. Где ты сегодня? У Светы там. Вот и где у Гены? У Гены. Все понятно и четко, и ясно. Ну. Заводы, я думаю, надо, чтобы работали только по субботам и воскресеньям. Пенсию надо, да. Пенсию можно, чтобы с молодости себе куплять можно было. Пенсию пускай выдают чечем. Трехлитровыми банками. Зачем? Чтобы закатки были. Их много будет. А, все надо продавать в закатках, короче. И вещи, и все. Да, да. Ну, какой-то мы еще меморандум не придумали, мы подумали. Но мы поготовимся. И сообщим, да. Потому что у нас же пока нету еще этих. Ни, команды. Ни гимна нету, ни это. Команды нету. Самое главное нам команды. Команды нету. И нету, надо поговорить, знаешь, позиции еще нет. Надо поговорить в этом, в Самохваловичах с их Радоном. Футбольная есть команда, она в предпоследнем месте в третьей лиге. Пусть будут нашей командой. Да. Или свою набрать. Что-нибудь путное сделать. Так это и будет своя.